Водитель и пассажир мотоцикла «Кавасаки» погибли в результате ДТП. Все произошло накануне в Альметьевском районе. По предварительным данным, байкер двигался по дороге на высокой скорости. Затем потерял управление и вылетел в кювет. 36-летний водитель и 42-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. К слову, управлявшего транспортным средством мужчины не было категории на право управления мотоциклом. А также байк не был зарегистрирован в установленном порядке и не имел государственного знака.